мечты о том, чтобы как бы быть тем, кем ты родился, а не притворяться кем-то. Например, мальчик родился, и он должен быть мальчиком, а не мальчик быть девочкой. Так не положено. А девочка? А девочка должна быть девочкой, а не мальчиком. А лев не должен быть тигром. А кот? А кот не должен быть каким-то енотом. Быть самим собой, кем ты родился. Если только родился кот, тогда и родился, и будь котом. А кто так придумал? Бог. Бог так придумал?